проводили совещания сотрудники Министерства юстиции Краснодарского края. Подобные встречи проходят два раза в год во всех городах региона, но к Сочи внимание особое. На курорте проживают представители более сотни национальностей, и вопросы мирного сосуществования здесь очень актуальны. Межнациональные отношения, которые здесь в городе существуют, поддержат эти идеи, отношения очень важны, тем более в преддверии Олимпиады. Потому что город Сочи – это многонациональный, многоконфессиональный. И очень важно, чтобы национальное сообщество, которое представляет разные общины, они в тесном контакте работали. Представители некоммерческих организаций считают, что главным помощником в борьбе с экстремизмом должна стать национальная идея. Вопрос этот, кстати, как раз на днях активно обсуждали члены международного дискуссионного клуба «Валдай». Постоянная профилактическая работа в Сочи дает свои результаты. По данным краевого Минюста, в городе сохраняется спокойная обстановка. Мы считаем, что профилактический эффект есть, потому что прошли сегодня встречи с Центром по противодействию экстремизму, с прокуратурой города Сочи. И, как показали эти встречи, есть профилактический эффект, то есть удается избежать проявления экстремизма на территории города. Но мы считаем, что есть от этого эффект. Также на совещании затронули вопрос изменения законодательства. Представителям национальных и религиозных общин Сочи сотрудники Минюста края объяснили все юридические тонкости, связанные с недавно внесенными поправками в закон о некоммерческих организациях. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.